Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Сегодня у нас будет продолжение обзора на продукции Моделонос. Первая часть уже на канале. Мы делали с вами выкраску вот таких классных неоновых гель-лаков. Кто пропустил видео, посмотрите в моем предыдущем видео обзор на данные гель-лаки. Очень красивая серия неончиков. А сейчас мы с вами будем продолжать распаковку. Так, будем смотреть, что мне пришло вот в этой коробке. Так, тут мне также пришли гель-лаки. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Впереди вас ждет много чего интересного. Вот так все хорошо упаковано. Ссылки на все товары будут в описании под видео. Вот состав. Так, поближе вам поднесу, что заявлено. Мы сейчас с вами сделаем выкраску, все посмотрим. Красивая такая коробочка. Вот вкладыш. Моделонос фирма хорошая. Инструкция по использованию. Так, фокус. И будем сейчас смотреть с вами вот такие красавчики. Емкость идет 7 миллилитров. Так, поближе. Есть окошко, значит, надо хранить подальше от солнечных лучей в виде бабочки вот такой. Так, что тут у нас еще заявлено? Состав. Кому интересно, можете положить на паузу и прочитать. Давайте будем. Вот. Также цвета есть на крышечке, что очень удобно. Сразу видно, какой цвет внутри. При хранении очень удобно. У меня уже подобные гель-лаки были на обзоре с этой серии. Так что также можете посмотреть у меня на канале предыдущих видео. Итак, сразу будем делать выкраску. Взяла я свои типсы. И давайте начнем. Цвет под номером 315. Так, будем смотреть, совпадает ли цвет с крышечкой. Да, совпадает. Такой желтый. Баночки полные. Где-то так, по плечике. Я думаю, что видно. И давайте полностью выкрасим. Посмотрим, насколько этот желтый цвет полный. Запах присутствует. Запах есть. Консистенция такая не жидкая. Он плотный. Я думаю, что на ноготочках на два слоя будет хорошо. Как-то так, на один слой самовыравнивается. Не жидкий, это плюс. . 315. Дальше следующий 880. Это у нас синий. Плотный. Ну, этот однозначно можно уложить в один слой. Типсы прозрачные. Ничего не видно. Ну, этот также желтый. Можно постараться в средний слой. Ну, конечно, для них нужна мощная лампа, чтобы все хорошо просушилось. Однослойник однозначно советую. Красивый синий. Такой электрик цвет. Классный красавчик. Дальше 835. Уже буду делать выкраску по полтипса, чтобы мне их хватило. Серый такой. Серый с голубым отливом. Также однослойник плотный. Все хорошо видно. Типса идет прозрачная. Вот такая консистенция. Посмотрите, сколько много я оставила на кисточке. Ничего никуда не течет. Хорошая консистенции. Дальше 140.
Также красивый такой фиолетовый цвет, лавандовый. Ну, плотный. Также вижу, что на один слой отлично перекрыл типсу. Красивый цвет. Так, дальше следующий. Давайте выкрасим вот этот красный. 239. Яркий такой красивый красный цвет. Он на камеру немного темнее, нежели вживую. Вживую гораздо ярче, круче смотрится. Также однослойник. Консистенция классная. Так, больше нанесу. И на просушку. Буду сушить своей Sun One 30 секунд. Моя лампа идет на 48 ватт, а там уже смотрите по мощности. Так как эти гель-лаки однослойники, советую сушить подольше, чтобы хорошо они просушились и не скукожились в лампе. Так, на просушку лампу. Так, я уже просушила, и нам еще осталось 3 цвета. Вот такой красивый 769. Посмотрим сейчас. Такой как на крышечке, такой и в баночке. Красивый цвет. Также плотный. На один слой. Быстро самовыравнивается. Баночки по плечике. Дальше 685. Такой зеленый. Этот зеленый неоновый был ярче. Это такой зеленый. Светлее такой цвет. Но он, девчонки, плотный. Все цвета идут однослойники. Красивый зеленый. Такого у меня еще не было. Классный. Советую этот 685 цвет. Емкость 7 миллилитров, конечно, не мало. Нормально, как для себя. И последний цвет под номером 0,78. Так, сейчас посмотрим. Немножко тяжело открыть. Поплечки наполнены. Красивый такой нежный-нежный розовый цвет. Также на один слой. Замечательно. Даже эти два цвета, такой серый и розовый, классно сочетаются. Очень довольна. Классная палитра. Так, все цвета поближе. И сейчас на просушку. И перекроем все это топом. Пишите в комментариях, который больше из всех вам цвет понравился. Все цвета достойные. Даже не знаю, который больше мне всех понравился. Наверняка этот зеленый. Такого у меня еще не было. И на просушку. Так, я уже просушила, и сейчас с вами перекроем еще топом. Топ у меня от G-Like. Брала на AliExpress. Вот этот красивый зеленый цвет. Довольна я гель-лаками. Этот синий также достойный. Однослойник.
Там в магазине много есть разных товаров. Также есть акригели, полигели для наращивания. Не только гель-лаки. Магазин я вам советую. Ссылки будут в описании под видео. Так, я уже перекрыла топом. И сейчас на просушку на 60 секунд. Просушила. Еще раз вместе цвета. И вот такие неончики. Вот такая у нас сегодня была распаковочка, обзор, тестирование. Ссылочки на все товары будут в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Впереди вас ждет много чего интересного. Пишите свои комментарии, встретимся в комментариях. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок. Всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.